Соцсети – это то место, где спортсмены могут представать в совершенно новом ключе. Только там болельщики могут узнать их и ближе, и с новой стороны. Мы вновь отобрали для вас самое интересное. И если в прошлом выпуске наша программа обозревала соцсети девушек, то сегодня у нас исключительно мужской выпуск. Начнем с биатлонистов. Часть национальной команды проводит сборы в Якутии и развлекает себя вот таким образом. Это видео выложил Эдуард Латыпов, месяц назад ставший чемпионом страны в Тюмени. Буйвол из Камышлы напомнил молодому Данилу Серохвостову, как прокатил того с золотом спринтерской гонки. Берегитесь, норвежцы. Русские долго, а теперь еще и странно запрягают, но быстро едут. А это фото мы увидели в инстаграме экс-хоккеиста Рубина Егора Бабенко, который ныне выступает в ХК Сочи. Фотография сделана сразу после матча, в котором тюменец впервые за долгое время отдал голевую передачу. Зато какую! Да еще и шайба была заброшена в ворота действующего чемпиона КХЛ омского «Авангарда». Василию Глотову оставалось попасть по пустым воротам. Игрок мини-футбольного клуба Тюмени Андрей Батарев из-за травмы пропустил матчи с Ухтой и новой генерацией. Не опускать руки футболисту помогает семья. Позитив – путь к быстрому выздоровлению. Мы продолжаем следить за соцсетями спортсменов. В нашу рубрику попадают самые запоминающиеся эпизоды.